принесли пиццу, вот такую вот, она вот такая вот аппетитная, вкусная пицца с грибами, с помидорами. $46 плюс налоги, 534 плюс еще налог. В общем, около 600 рублей. Нет, 534, нет, так сказать, 534 рубля, 46 рублей не берем. Теперь мы будем пробовать эту вкуснятину. Это самая вкусная пицца в мире. Да. Так, нам приятного аппетита. Будьте в Индии, обязательно сходите в Доминос, в пиццерию. Не пожалеете.